Всем привет! Я решил подытожить вчерашние события, которые произошли у нас возле Рады, на площади Конституции, и не только, на Крещатике, в разных местах Киева. Эти события связаны с протестами SafeFOB, которые почти неделю будоражили Киев и достигли определенных результатов. Каких именно? Ну, прежде всего, давайте начнем сначала. А почему они вообще восставали? И вообще, откуда возникла нужда такая восставать частным предпринимателям, непонятно. Очень многие люди просто вообще не поняли, откуда этот протест, каковы его корни, зачем ФОПы вышли. Все довольно просто. ФОПы спокойно работали больше 10 лет, если не еще больше, наверное, чем 10 лет. Какие там 10? Больше. Спокойно работали. Никто их не трогал, за исключением 2010 года, когда попробовали сделать то же самое, попробовали ограничить права частных предпринимателей, и тогда они тоже выходили, если кто помнит, был податковый Майдан такой. Так вот, это сейчас была вторая серия, собственно говоря. Но тогда этот наезд на ФОПов был как бы не очень серьезным, он сразу потух, все разгладилось, все успокоилось, то есть правительство поняло, что оно не право, и дальше не пошло. Сейчас же все намного хуже. Сейчас правительство полностью пошло по пути, я имею в виду слуг народа, они пошли по пути большевиков, которые в свое время раскулачивали. То есть что такое вообще ФОП? ФОП — это те же кулаки, которые были в свое время. Это люди, на которые двигатель прогресса, двигатель торговли, двигатель всего, двигатель государства. Это активные люди, это не люди, которые работают. Да, вот как пошел там, при всем уважении к врачам, учителям и прочим, и рабочим, которые тоже делают свою работу, но это люди, скажем так, которые выполняют чью-то команду. ФОПы — это полностью наоборот. Вот они и дают эти команды, да, то есть их нельзя сравнивать вообще ни с кем. Это люди, которые паровозы. Все остальные — это вагоны, которые за ними там телемпаются, а вот ФОПы — это паровоз, который тянет за собой все. Потому что они активны, они работают 24 часа в сутки. Он спит, он думает, что он будет делать завтра. Потому что у него нет перерывов, у него нет выходных, у него нет вообще ничего. Бизнес — это всегда, это навсегда. И вот этих людей не трогал никто. Их не трогал даже Янукович, потому что он прекрасно осознавал, что взять и уничтожить частное предпринимательство, ну, это чревато для государства. Ни в одной стране, тем паче в момент пандемии, это вообще абсурдно ехать на тех, кто кормит самостоятельно, кормит свои семьи, не просит у государства ни копейки, более того, государство еще при этом его и оббирает. Вот. До этого догадались два правительства. Первое — это было правительство большевиков в 27 году, в 1927, когда они уничтожали НЭП, потом уничтожали кулаков. Вот это вот. И второе, после большевиков, это необольшевики, вот эти вот слуги народов, точнее, чьи они слуги, какого там народа, не совсем понятно, но точно не украинского. Вот они вторые решили уничтожить частное предпринимательство в Украине как вид. Вот. Вот это и послужило причиной того, что это было не 1000, это было не 10 тысяч, это было 70 тысяч как минимум человек, которые вышли в центр Киева отстоять свои права. Была гигантская демонстрация, есть я кучу видео там сделал на нем, на этой демонстрации. Особенно хорошие получились видео, которые мы сделали сверху с крыши ЦУМа, когда эта толпа шла, огромная толпа, даже посчитать людей вообще не представлялось возможным. То есть получается, хвост толпы был где-то еще на Грушевского за Европейской площадью, а голова была уже за Крещатиком, прошли Бессарабку, свернули на круглую университетскую, поперла уже к Банковой. То есть, представляете, да, вот, так, вот такая дуга, полностью запруженная людьми, от Банковой до Европейской площади. Сколько было людей, ну, сказать невозможно, но я скажу одно, по-моему, даже на Майдане столько не было. Возможно, что-то подобное было вот на марше захисників вітчизни в прошлом году, в 19-м, когда там тоже вышло очень много людей. Ну, вот это был такого же вот приблизительно уровня порядок количества людей. То есть, вышло абсолютно гигантское, неисчислимое количество частных предпринимателей, их наемных работников, то есть все, кто приехали сюда, ну, подкупить такое количество, подкупить можно 2 автобуса, 3 автобуса, 5 автобусов, там, да, купить, завести, и они будут там что-то там изображать из себя, но привезти 2000 автобусов в Киев, ну,
за деньги, ну, ребята, это просто нереально физически, да. Люди были со всей Украины, от Луганска до Равы Русской, просто все, отовсюду. И подкупить, привезти, ну, это нереальная задача вообще ни для кого. Это люди приехали сами, это абсолютно очевидно, абсолютно понятно, и тут даже не о чем рассуждать. Такое количество людей подкупить нельзя. Люди приехали, потому что уничтожают их бизнес. Вот такая вот ситуация. Теперь, конечно, прошел этот митинг, власти посмотрели на него. Чего добились? Были вечером вчера переговоры, ходили на него представители предпринимателей. Чего они в результате добились? Пока ничего, честно, вот, пока ничего. Сначала этот Арахамия прятался от людей, да и вообще слуги народов прятались, не выходили. Там же было две демонстрации, первая была первого, потом четвертого. Значит, первое, они вообще ховались, ныкались, где-то шатались по этим подземельям, как они туда пробирались, вот это Третьякова, вот это Гетьманцева, он вообще, наверное, на воздушном шарике или на вертолете туда пробирался в Раду, я не знаю как. А может, он там ночевал бы, его если бы увидели на улице, ну, самое малое, это натопли бы пыку. Вот, но, в общем-то, каким-то образом он в Раду попадал, каким-то образом он из Рады исчезал потом, это вся Шарашкина контора «Слуги народу». Первого числа они вообще на контакт не шли. Четвертого числа, когда они поняли, что дело пахнет керосином, потому что люди начали уже выдвигать, кроме экономических, еще и политические требования, когда они поняли, что их просто дурят и водят за нос, то они пошли на какой-то контакт, откуда-то из туалетов Верховной Рады вдруг выплыл Арахамия, там еще пару человек выплыло с переляку. И Коля Тищенко, у меня есть тоже видео с ним, и начали раздавать обещания за все хорошее против всего плохого. Начали, скажем так, с обещаний принять новый закон взамен вот этого идиотского, который они приняли в свое время, о введении расчетно-кассовых аппаратов. Но верить им, сами понимаете, ну, кто хочет, тот верит, кто не хочет, тот не верит. Я не верю вообще ни одному слову. Но посмотрим через неделю. Вот за эту неделю они обещали прийти к общему знаменателю с представителями частных предпринимателей. Но насколько они придут, посмотрим. Дай бог, чтобы пришли. Я полный пессимист в этом плане. Но посмотрим, посмотрим. Дай бог, чтобы пришли, дай бог, чтобы я ошибался. Вот. То есть, с одной стороны, протесты не увенчались каким-то абсолютно понятным результатом. С другой стороны, протесты вроде бы как расшевелили вот это болото. Потому что, в принципе, к диалогу с предпринимателями были готовы абсолютно все фракции. Перебегали от Юли Тимошенко, перебегали, были с «Голоса», были с «Евросолидарности», то есть там, ну, все, от, за «Майбутни», естественно, были. От слуг я не видел никого. Может, я ошибаюсь, но я не видел никого, они тупо ныкались. Тупо ныкались и не появлялись. Вот эта монобильщица, она где-то там исчезла в закоулках Верховной Рады, и не то, что они носа даже не показывали за стеклами, за окнами, я имею в виду. Вот, но я же говорю, за исключением последнего дня, когда они поняли, что запахло керосином, и с переляку, видимо, начали раздавать обещания, что-то там обещать. Ну, посмотрим, короче говоря, чем это все закончится. Пока что мы на той, ну, все мы находимся на той стадии, когда вроде бы как взяли неделю на раздумья, что и как, какой закон они собираются там принять, новый. Ну, посмотрим, будет это или не будет. Я повторюсь, я не верю, что это будет, но дай бог. Одно хочу сказать, что вообще-то вот эти все слуги народа, вас кто избрал, ребят? Почему я так напираю? Да потому что мы вас и избрали. Это же тоже фоб, поймите правильно. Вот. И мы вас избрали. 90% из нас проголосовали за вас. В расчете на то, что вы будете отстаивать наши права. То есть, прежде всего, права маленького украинца, маленького активного украинца, который борется сам за свое выживание, сам за свою семью, который ни копейки у государства не просит, и которого вот вы, господа слуги неизвестно кого, моментально забыли и кинули. Собственно говоря, не только их, также и Аркаду, также и тех же самых бляхеров вы кинули. Вот. И веры вам никакой нет. Извините. Но вот ситуация, вот вы привели сами на сей день вот к такому вот
печальному для вас моменту, когда вам уже никто вообще не верит. Ну, дай Бог, чтобы я ошибался, дай Бог, чтобы все это пришло к какому-то нормальному знаменателю. Ну, пока так. Всем привет!